куда мы Давай, делаем? Залетай сюда. Спускайся. Он сюда не заберется. Я лечу, давай. Аккуратно, тихо ты. Не треть, ты опасный. Уходи, я выхожу. Я забыл, как туда. А сюда никак. Все, ништяк. Как вы включили сраную метлу? Слушай, по-моему, надо забрать метлу, да? А то маньяк сюда придет и все. А где маньяк? Не, маньяк сюда не придет. Потому что там, где... Нет, нет! Ой, блин, я забираю метлу и улетаю. Любишь игры и киберспорт? Приходи на Игромир, на стенд HyperX. Тебя будут ждать Сергей Дружко, чемпионы по контре и доте, премьера гарнитуры Cloud Alpha и другие новинки HyperX. Супер скидки на все девайсы HyperX прямо на Игромире. А если найдешь HyperX метку, то гарантированный подарок твой. Нет билета на выставку? Участвуй в конкурсе, все подробности в описании. Ребята, добро пожаловать в мини-мир. Вернее, это слишком большой мир, а мы маленькие, это CSGO, и мы лилипуты. Хелдорос маньяк, он у нас выходит с этой коробки, но с вами еще также Квантум и Чик, и добро пожаловать в маничка CSGO. Как метлу запустить, кстати? Сань. Я не в курсе. Саня маньяк. Я не знаю. Ты не знаешь, как запустить метлу? Ой-ой-ой. По-моему, Хелдор тот, кто знает, как ее запустить, или... Ой-ой-ой, Иисусина тряпка. Антон, ну ты скажи, нет, пожалуйста. Саня через 2 секунды, он вышел уже. Маньяк вышел. Я вышел, да. Я. Пока что все хорошо, Чик. Он бегает по столу, бегает по графическому планшету, залез на высокополигональную мышку. Не бегай по графическому планшету, святой, да, Чик? Художников. Да! Не бегай по святому. Залез на коробку, подходит. Что за хрень? Что за? Что за? И что? 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 Я? Ты там сидишь, но управляю я! Что за хрень? За боковой! Что за хрень? Я управляю тобой, и ты не можешь выйти! И ты понимаешь, я управляю этой штукой! Я сейчас тебя убью! Какого хрена происходит? Я сейчас куда-нибудь... Я засушу тебя куда-нибудь! Пошел в жопу! Я управляю Я под текстурами! Как это случилось? А что случилось-то, если... Мы, походу, знаешь, одновременно залезли в нее, и ты типа... Я сидел на шкафу, как моль, блин, долб... Тихо, нет. Иди сюда. Стопи-концерт. Иди сюда. Иди сюда. Тихо, стой. По-братски. А подожди, стоп. Дань, спустись, у меня идея. Стой, спустись. Нет, ты маньяк. Нет, я тебя не убью, Данил. Вот слово пацана. О, идеальная нычка. Иди с Чиком экспериментируй. Сычка. О, ништяк, идеальная парковка на люстре. Ты чё? Серьезно? Серьезно? Да, я на люстре припарковался, все, буду сидеть здесь. Сань, назад подожди, наверх подожди, посмотри. Подожди, я знаю. А не получится. Она только по прямой стреляет. А? Сучка, только по прямой стреляет? Да. А где смотри, маньяк? А вон он на этот прыгнул. Ну а что такое, Сань? А что такое? Где он, Чик? Сань, что я такое? Вижу. Тут ой. Еще телепорт в телепорте был. Да ладно! Посмотри, где я, Данил! Я не знаю, где ты! Я наверху! Иди сюда, сучка, иди сюда! На самом я верху. Только сюда могу летать! Где я ты? Я на уровне люстры! Спускайся, мудила! Я на уровне люстры! Я вижу тебя! Я не могу к тебе прилететь, я лечу! Иди сюда, давай, мудила. Залетай сюда! Спускайся! Он сюда не заберется, я Данил, лечу, давай! Аккуратно, тихо ты! Не треть, ты опасный! Уходи, я выхожу! Я забыл, как туда... А сюда залез. Никак! Все, а ништяк! Никак. Как сюда вы включили никак. Сраную метлу? Слушай, по-моему, надо забрать метлу, да? А то метлу, маньяк да. сюда придет и все. А где маньяк? Не, маньяк сюда не придет. Потому что там, где. Нет, нет! Ой, блин, я забираю метлу и улетаю. Здрасте! Здрасте! Чик! Чик! Надо убивать маньяка! Отвали! Да ты что делаешь? Данил, спасибо! Я убил Чика, что ли? Ты меня нет! Убил! Я хотел Хелдора убить! Ты потолкнул меня! Замедлили! Меня. Как меня убить Хелдора? А, Чика замедлил. Никак! Никак, Данил, меня не убил. Как сюда. Этим рулить? Я не... Почему я нажимаю на D, но не рулится? Он только дрифтит и все. И Хелдор такой бегает. Я тебя сейчас электрошокером замотаю, Данил. Диги-диги-диги-диги. И Манон трусится. Тебя мотает! Сучка. Смотри, как я не хватает. Могу повернуть в Хелдора, нажимаю на дверь. Он ускоряется, ускоряется. Данил, ты куда собрался? Я говорю, я не могу этим рулить. Как этим рулить? О-о-о-о! Приветики! Приветики! Вот засушечка такая, а? Да приземлись тоже куда-нибудь. Я на люстру полетел.
Ебал его ж. Здрасте. Данил, я когда впервые автомобиль водил, я так же водил. Сцепление, да, теребонькал так? Вообще не мог. Я сейчас развернусь на Халдора, подожди. А ты уверен? Да, его уже там нет, да? Да, его там уже нет давно. Он в своей нычке сидит. А-а-а. Вверх! Да! Вверх, 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 вверх! Вверх, 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 вверх! Окей, давай, давай, как ты по мне будешь попадать, Данил, если я вниз? Данил! Подожди, я этим должен научиться рулить для начала. Смотри, чик, я нажимаю на D. Как ты рулил? На D нажимаю, но не поворачивай. Я никогда ей не пользовался даже! На D, они рулят, короче, W, S, вперед-назад. Так. Ах ты ж. Засранец! Сучка, ты такая, спускайся! Либо я тебе сейчас... Ладно, давай, давай играться, мне 20 хп. Гарри Поттер, блин, начало! Гарри Поттер на минималках! Первый фильм, когда тебя учат летать на метле! Я прям на него упал! Это жесть какая-то была! Эй, я теперь брат зомби, я маньяк, и знаете что, я скоро выйду на охоту с этой коробки с Nintendo Wii U, и я вас отвью же своим большим керамбитом. Подойди к метле, брат. Я хочу к метле, да, давай. Давай, брат, сейчас будем с тобой метлить. Давай, давай, давай. Тара-па-па-па! Да ты ладно, серьезно? Реально сработало? В смысле, сработало? Вы на метле летаете? Добрый ведьм. Саня, придурь. Смотри, против метлы я имею право использовать ПВО. Это Зевс, электрожопоскоп. Окей, без проблем. Сань, взлетай и улетай навсегда. Да, я просто сейчас взлетел. Саня, взлетел и улетел. Слетывай отсюда! Ты хотя бы вернуться пообещал или нет? Нет, я не обещал вернуться. Гребаный вертолет. Хорошо. Так, короче, я имею право использовать протокол сбития с ПВО, который электрожопоскоп. Ну и что, он не такой дальнобойный. Он не достанет, да. Он не достанет. Смотрите, летает там мошка просто. И блин, вообще крутая вещь. Ну давай. Короче, мне выдали полный карт-баш на отстрел Халдор. Опа. Здрасте. 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 А ты порулить-то попробуй на нем. Он может. Я рулю, вот. А у меня не рулилось почему-то, лол, прикинь. У тебя вообще невидимость не поворачивалась. Ну так-то да, то, что я был невидимый, это нормально. А, врезал. Так, ладно, я знаю, куда я полечу, Данил. Я знаю, куда я только не ко мне лети. Нет, не к тебе. Дань, ну давай, как ты будешь решать это? Я не могу там. Такой летает на метле, тише. А как? Упади уже! Будь мужиком! Я приземлю. Ох, бля, он залез на кровать. Ой-ой-ой-ой. Да хватит озвучить мы! Чё происходит? Летает такой чижик. Ну, Данил, давай, как? Где ты вообще, Данил? Я ищу вас. А вот где вы есть? Ну вот он, я чуть-чуть. Где ты есть? Данил, слышишь, я вижу, сказать, когда вот он я, вот он. Пошел я, в жопу, я сказал. А почему вся стена в дырках, каких-то пулевых отверстиях? Это я настрелял. Да, это Александр стреляет. Так, Даня, я тебя не вижу. Я хочу тебя убить с пулеметов, расстрелять. Просто расстрелять. Я тебя расстреляю. Ага, вот, я вижу тебя. Нет, нет! Давай! Даня, сгоняй! Я успел, я успел отсюда. Антон, так, нифига ты. Этот табак сюда сам в шоке. Где ты есть? Он поворачивает очень калично, очень калично. Я тебя вижу, Антон. Опа, здравствуйте, сеньор Антон! Да, тебе конец. Минус один, так, теперь надо эту сраную муху как-то сбивать. Так, ну давай, как ты забьешь муху? Так. Ага, я стал то, что ты здесь. Спускайся давай. Нет. Я или он? Снижайся. Нет, я не буду снижаться. Снижайся. Есть! Как? Боинг! Я почему? Как сесть за руль этой хрени? Не думай, даже не думай. Данил! Ты не мог... Он сел! Она не рулит у меня! Почему она не рулит? Потому что не умеешь рулить, надо уметь рулить, Данил. Она только вперед-назад и... Подожди, надо разобраться, как она рулится. Ой. Мне вообще-то стрёмно, когда такая зомбятина летает. Спрячься, Чик, спрячься, пожалуйста, просто спрячься. У меня единственное место, где спрятаться тут. Сань, как ты поворачивал? Ну, очень плохо я поворачивал, но как-то вообще вправо не поворачивать? Чё за прикол-то такой?
Где ты есть, Чик, выходи! Я не выйду! Ты, муха-цокотуха, я к тебе не выйду! Он дрифтит у меня чисто и все, выходи, Чик! Слезь с мухи, Данил! Дань, так-то это не для тебя транспорт, оно быстро слезет. Ты просрал свой транспорт, вы его заюзали, все, я могу им пользоваться. Данил, зачем ты испоганил стены? Нормально все, ты сделаешь ремонт. Выходи, Чикурин, 3 минуты. Да я тебя боюсь, а! Да я не могу ее управлять, ты о чем ты говоришь? Он, короче, вот... А, не может он ее управлять! Да ну его нафиг. Где он, Саня? Ты куда полетел? Да я не могу и рулить, блин, какого она не рулится? Вон, видишь, он на шкафу, короче, на шкафу, вон. Она не рулится! У меня текстуры черные, какого хрена? Да нет, ты просто видел, как ты трясёшься. Что, чё за судороги у него? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Просто тупо китаец. Да ладно. Она отвернулась, я не могу вправо повернуть, да... Охренеть, чтобы мне подбить Чика... Чик, убегай, красавчик. Она красавчик. Вообще... Я нажимаю на D, я нажимаю на S, она не пова... А нет, нифига. Нифига. Да, не как она? Да подожди, она... Как ты летал на ней, Саня? Это скилл, Даним, это скилл. Чик, где ты есть? Я спрятался от больной мухи. Ты его так не найдешь никогда, Даним. Да. Ты что тут стал? И что ты слез? И что ты залез? Он еще штуку взял! Он еще! Какого хрена? Я бедный маньяк! У вас максимум здоровья, не могу избавиться от нее теперь! Такой летает с двумя стрелами! Ой, куда микрофон упал! Ты куда полетела, ведьма? Ой, бля! Данил! Она не поворачивает, понимаете, вправо-влево. Он не так. Иди ищи. Все, минус маньяк! В смысле? Он туда застрял. Залетел! Он застрял! Да? Да. Ох, он читер! А, ну все, ты просрал свою штуку, Данил. Нахрен мне штука! Штука просрана, где она, кстати? Не знаю. В стене. Она, ты ее за монитор загнал! Да ладно! Ты никогда не вылетит! Куда? Опа! Как? В смысле? Вася, тихо! Все, сдохни! Василий, сдохни, тихо! Да, тебе не нужно жить! Все, победа! Штука загнана за монитором, ништяк! Раунд победа! Здорово!